Муль, да я не знаю, как ему это сказать. Доча, ну что ты как маленькая? А, соберись уже. Ну да, мамуль, ты права. Я перезвоню. Давай. Так, Юлек, ты сильная, ты сможешь. Фух, 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 фух. Ну все, я готова. Фух. Фух. Виталь, нам надо серьезно поговорить. Сейчас, Юлек, подожди секунду, суши закажу. Суши? Ну ты же их не ешь. Ну ты-то ешь. А, ну да. А что хотел-то? Да так, это не срочно. Так, Калифорния. Алло! Ну шо, сказала? Да нет, он такой милый, суши мне заказал. Доча, ну шо ты как тряпка? А ну-ка это соберись! И правда, я не тряпка! Перезвоню. Ой. Виталик! Юлек, фу ты! А ты куда больше хочешь, на Мальдивы или на Бали? Так-то, наверное, на Мальдивы. Ну ок, тогда туда билеты беру. Беги, собирайся. Мамуль, мамуль, ты представляешь, мы на Мальдивы летим. Куда? Ну, это острова в океане такие. Даша, или ты сама с ним поговоришь, или сейчас я ему позвоню. Не надо, я сама поговорю. Мама! Виталь? Виталь? О! Юль, ты что здесь ищешь? Ой, тебя? А ты где был? Да у нас домофон сломался. Ходил вниз, твои суши забирал. Слушай, Виталь, я хотела с тобой поговорить. Ну, давай. Ну, в общем, у мамы... Я открою. Да что у мамы-то? Ремонт у меня. Здорово, детишки. Здрасте. А день так хорошо начинался. Ой, так он еще не закончился. И надолго вы к нам? Мама, всего на пару недель. Ну, доча, я бы так точно не загадывала. У меня же там все-таки таджики ремонт делают, а не профессора из архитектурного. Жесть. Ох. Так, ну я, наверное, большую комнату займу, а то нам в маленькой тесновато будет. Кому это нам? Моим собачкам и кошечкам. А вы что думали, что я их там брошу, чтобы из них шаурму скрутили? Ну, Юлек, спасибо за сюрприз.